как же прекрасен мир Майнкрафта, но только пока вы не установили этот мод. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта. Это уже 408-я часть наших обзоров, и сегодня, друзья, у нас самый странный, самый наркоманский мод в Майнкрафте, который я только видел за всю свою жизнь. Я обозрел очень много модов, очень много, я видел много всего, но... Ребята, этот мод превзошел все, что я только видел. Сейчас вы все увидите. Этот мод, он называется Poop мод. Он немецкий, то есть его сделал какой-то немец. И здесь нет никакого смысла. Меня здесь просто ни о чем не спрашивайте. Я вам покажу все, что знаю, но вы просто офигеете. Настолько этот мод наркоманский, психованный. Здесь есть мобы, которые... Вы их увидите. Поэтому, да, друзья, надеюсь, вам понравится это видео. Было бы очень здорово, если бы вы поддержали это видео лайком. Только если оно вам понравится. Было бы... Очень мило, если бы набрали 6000 лайков. И давайте, друзья, приступать к обзору этого очень милого мода, друзья. Что ж, первое, что вы, наверное, могли заметить, это, да, вот эти вот фиолетовые блоки. Что они здесь делают и почему они здесь есть? Первое, что вам нужно знать, это то, что изначально есть три блока, которые вы сможете найти в этом мире. Точнее, ну, в вашем мире Майнкрафта. Это вот такой вот блок, это вот такой вот блок и это... Вот такой вот блок, давайте я вам все объясню. Первый блок это у нас вот такой вот фиолетовый блок, который называется Ихмагдизен блок. Как я уже говорил, мод немецкий, ничего не понимаю, ничего не знаю. Что ж, окей, там у нас какой-то... Это один из мобов, ребят, не волнуйтесь. Дальше у нас есть Кишнер блок, который выглядит вот таким вот образом. Очень милый, прозрачный, с надписями, что, почему, никто не знает. И дальше у вас есть просто невидимый блок, который как бы даже его не видно в инвентаре, но он есть, и это Шумлер блок. Восклицательный знак, вопросительный знак, восклицательный знак, да. Работает он вот таким вот образом, вы его ставите, ну и вы его не ставите, вы его нигде достать не сможете, просто вам сразу скажу, он будет спавниться сам, и через него можно будет видеть просто все то, что у вас есть под вашим миром, все структуры и так далее, то есть очень здорово. Да, все эти три блока будут спавниться вместо камней в некоторых местах. Например, здесь у нас много камня, поэтому здесь много камня было заменено этими блоками. В обычном мире, если у вас земля, трава и так далее, здесь у вас много не будет. Только, например, вот здесь камень, поэтому они поменялись, камень, камень и так далее. То есть, окей, запомните, эти блоки спавнятся только у камней. Что ж, давайте посмотрим. Первый блок. Начнем отсюда. Первый этот прозрачный блок, его никак не добыть, у него нет рецепта крафта, он никак не работает. Он единственное то, что он делает, это сам спавнится, и просто через него можно видеть мир. Нижний, да. Дальше у вас есть Кишнер блок, который тоже, в принципе, ничего не делает. У него нет никакой способности, он просто стоит, и через него, опять же, можно видеть то, что внизу, и на нем написано Кишнер... Много раз. Непонятно почему, не знаю, что это вообще за слово. Но делается этот блок с помощью этого блока. Этот блок добывается киркой, его можно найти вот здесь. Ну, опять же, как я вам говорил, на камнях. Его можно добыть, и с помощью трех таких вы сможете сделать 1 миллиард вот таких. Ну, всего лишь 1 миллиард, друзья, всего лишь 1 миллиард. Куда? А, это же быстро потратится. Да, окей. С помощью этих блоков вы сможете сделать эти блоки и еще плюс кучу различных других вещей, которые есть в этом моде, но сам по себе блок, он ничего не делает, он просто такой розовый, фиолетовый, не знаю, как хотите его называете, и все, то есть, да. Дальше из него уже вы крафтите различные вещи, которые мы сейчас с вами, друзья, посмотрим, потому что это просто полная жесть. Я не знаю, как объяснить этот мод, я не понимаю, что происходило в голове у этого человека, но... Ну да ладно, друзья, что ж, поехали, давайте по порядку. Здесь есть некоторые блоки, которые не имеют никакого смысла. Например, есть у нас то, что мы видели, это у нас вот этот блок. Дальше у нас есть The H, Tile H Name, который делается из вот этих вот шариков, которые добываются из одного H Name, который никак их не добыть. То есть это замкнутый круг, то есть, по идее, из четырех вы крафтите это, а эти сами получаются только из этого. Вы их нигде не найдете, эти штуки, они не существуют, только из креатива. Я не понимаю, зачем, почему. F Name, который делается... Просто ни с чего. Потому что, а зачем вам его делать? Он делается, но он не делается. И дальше у вас есть G, который делается из H. Полный пипец. Дальше у вас есть BB, который делается из вот этих маленьких B, которые никак не достать. И вы получаете 1000. Забейте. Блоки это неинтересно, они тут очень сумасшедшие и непонятные, и никому не нужные. Но сейчас мы посмотрим на некоторые предметы, друзья. Да, предметы. Первая штука, которую мы посмотрим, это, друзья, у нас
Астап. Астап? Не знаю, как это назвать, но крафтится это дело вот таким образом. 4 фиолетовых блока и один вот этот вот киршнер блок вот здесь. Окей, что же делает эта штука? Вы нажимаете на правую кнопку мыши, и она дает вам немножко эффектов. Друзья, совсем немножко, вы можете видеть, дает немножко скорости на совсем небольшое время. Совсем небольшое. И немножко джамп буста. Также у вас тут появляется немножко алмазов, потому что, запомните, в этом моде будет очень много алмазов, они отовсюду валятся, поэтому не волнуйтесь, здесь будет очень много алмазов. Окей, ну, и вы, наверное, спросите, ну и что же это за скорость такая, что мы теперь будем быстро бегать? Да, друзья, вы будете быстро бегать. И высоко прыгать. Это ненормально, друзья. Это не... Хотя вот этот прыжок был сейчас очень красивый. Да. Вы будете бегать с очень большой скоростью. Я серьезно такого в Майнкрафте еще ни разу не видел. И это полная жесть. У меня, когда я тестил... Ой-ой-ой, чуть вот не получилось то, что я хотел рассказать. Когда я тестил, я улетел так далеко в мире, то что у меня он закрашивался просто. Я улетел за мир, у меня чанки не прогрузились. Майнкрафт сказал, нет, чувак, до свидания, просто иди отсюда с этим модом. И крашнулся, поэтому ладно, фух. В этот раз пронесло. Поэтому давайте быстро-быстро-быстро берем молоко, пока что-то страшное не случилось. И выпиваем молоко. И фух. Фух, пронесло. Окей, вот такой вот у нас... Не, я даже не знаю, что это за... Это палка, ветка, что-то розовое с тремя окончаниями, конечностями. Я не знаю, что это. Да, кстати, ребят, немножко алмазов. Вы просили, вы получили. Хорошо. Окей, идем дальше, потому что дальше у нас есть Зауберстаб. Зауберстаб крафтится из 5 этих блоков. И когда вы ее активируете, то вы получаете скорость совсем немножко, на несколько секунд, но также вы получаете немного ресурсов. Немного ресурсов. Например, давайте возьмем что-нибудь. Ой. Ой. Немножко алмазиков. Ой. Немножко золота. Ну, и тут уже просто Майнкрафт говорит: нет, чувак, ну уже нельзя столько подобрать. То есть, да, друзья, вам просто дают. Тучи ресурсов, тучи. Я не знаю, с чем это связано, но... Ладно, дадим этому быть. Хорошо, хорошо. Дальше у нас есть Poop Stock Does Ding. Крафтится из 2 и делает то же самое. То же самое, я не понимаю, в чем разница? Зачем делать две вещи, которые крафтятся? Одна чуть дороже, другая чуть меньше, но они делают все то же самое. Опять же... Ну, вы видите, да, ресурсы и так далее. Давайте сделаем день хотя бы, что ли, я даже не знаю. Я не понимаю, у меня мозг взрывается, окей. Дальше у вас есть вот такой вот попельсток, который делается из 2 обычных палок, заметьте, из обычных, но когда вы ее используете, то вокруг вас валятся вот такие вот штуки, которые называются попель, но на самом деле это какие-то сопли, это реально сопли, друзья. Почему? Да, да. С помощью этих соплей спросите вы, что же можно сделать? Я вам скажу, из них можно из 9 штук сделать вот такой вот Kitchener Limblings Popple Block. Ох, как я обожаю эти названия. Блок этот выглядит вот так, он ничего не делает, он просто блок из соплей. Я не знаю, возможно, у вас была мечта с детства построить дом из соплей. Друзья, пожалуйста, теперь вы можете построить дом из чертовых блоков. Сопель. Это просто полная жесть. Но это еще не все. Дальше с помощью этого блока, из 9 этих блоков, вы сможете сделать 1000 КЦИЕ. Да, да. И этот блок еще хуже. Он выглядит просто отвратительно. И опять же ничего не делает. Давайте я сделаю звук все-таки чуть потише. Да, да, друзья. Да, сопли. Отличный мод. Спасибо. Окей. Дальше у вас есть какие-то непонятные слитки, которые опять получаются, из этих непонятных шариков, которые непонятно где достать. И дальше у нас есть вот эта штука F-name, item F-name, ни за что в жизни ее активируйте. А я не знаю, она даже не крафтится. Хорошо, если вы возьмете ее из креатива, не активируйте, у вас вылетит Майнкрафт. Я это пробовал, у меня все пошло наперекосяк. Хорошо, дальше у вас есть G-name, который крафтится вот таким вот образом, и с помощью G-name вам дается отравление, и вам выпадают сопли, и вот эти вот красные штуки. Все-таки они откуда-то выпадают, да, чуть-чуть соплей, совсем чуть-чуть, потому что раньше мне не выпадало эти красные штуки, теперь они вдруг выпадают. Кто поймет этот мод? Никто не поймет, но мне дают отравление на 2 секунды. Не знаю. Хорошо, идем дальше, потому что дальше у нас есть... Что это? У нас есть какой-то дикий петух. Да, друзья, дикий петух. И не удивляйтесь, когда я вам скажу, что это диск музыки. Да, который, по идее, вы его вставляете в ваш проигрыватель.
но ничего не происходит. Он не играет, нет музыки. Она не работает, но зато у вас есть грозный петух в руках. Теперь у меня их два. Раз и два. Отлично, грозный петух. Посмотрите на него. Ах, друзья, хорошо, хорошо, посмотрели на грозного петуха, но, друзья, это еще не все, потому что дальше у нас идет броня. Броня крафтится обычно способом, как во всем Майнкрафте, только из этих фиолетовых блоков. Давайте возьмем, название здесь просто очумительные, друзья. Вы можете видеть Брустпанцер, Шушус, Хоус и Хелм. Отлично, просто теперь я вас попрошу заметить. Давайте я выйду из креатива. Game Mode 0. Когда я одеваю только хотя бы сапожки, посмотрите на мое деление брони. Все, уже full алмаз или даже больше. Никто не знает, сколько там этой брони дается за всего лишь одни сапоги. Если вы оденете всю броню, вы вас просто ничем не убить. Вы просто король мира теперь. И поздравляю, у вас есть странная розовая броня. Вау, отлично, здорово. Давайте мы ее оставим на себе. Посмотрим, что у нас есть дальше, потому что дальше у нас есть инструменты. Куда же мы без инструментов? Пока... Ну, вы уже, наверное, обратили внимание на атаку у каждого из этих инструментов, на название. Лес Акст, Дайн Шут, Свайгеген, Хэн, да? Марвин Спиц, Аке и Шуфель. Да, друзья, да. Теперь, я думаю, мы выйдем опять же из креатива и потестим, потому что лопатка здесь работает, она не совсем эффективна, она медленная, где-то, наверное, как каменная, наверное, лопата. Примерно так. Примерно так, и с киркой такая же фигня происходит, потому что... Спокойненько, раскапываем гору. Через 3 секунды горы уже просто нету. Эх, да, друзья. Просто здорово. Меч, я даже не знаю, там вроде бы миллиард. Это миллиард урона, друзья. Это просто миллиард урона. Миллион миллионов, да. Просто шикарно. Или 1000 миллионов. 1000 миллионов, это миллиард... Ой, не все, не путайте меня, просто очень много урона, и топор точно такой же, просто это жесть, друзья, это жесть, а не мод. Окей, вернемся сюда, мы закончили с предметами, поэтому давайте теперь все-таки перейдем к мобам, потому что мобы здесь это самое веселое, мне кажется. Ну, вы сейчас это все увидите здесь. Их всего лишь 6 штук, но эти 6 штук, они просто дают о себе знать. Сейчас вы все об этом поймете. Сразу вам скажу то, что все эти мобы убивают вас одного урона, даже если вы носите эту броню. Я не понимаю, как это все сделано, но это сделано именно так. Окей, первый моб, который мы посмотрим, это у нас Вер... Отстаньте от меня, я не хочу произносить это. Первый моб, это у нас вот такой вот чудесный... Что это, я не понимаю. Это руки, у него рука трясется. У него ноги, наоборот, сделаны, они разные. Почему он злой? У него одна жизнь, но он убьет вас с одного удара, если вы к нему подойдете. Я в креативе, поэтому да. Как только вы его убиваете, вы получаете следующее. Вы из него получаете вот эту вот красную палку. Не активируйте ее никогда в жизни, пожалуйста. И вы получаете чуть-чуть опыта, друзья. Совсем чуть-чуть опыта. О! Откуда он взялся? Не, на самом деле я немного напутал. Он вас все-таки не может убить с этой броней, но в любой другой броне он убьет вас одного удара. У него там тоже что-то миллиард урона, но у нас и у брони миллиард защиты, поэтому окей, это компенсирует. Я ничего не вижу. Друзья, я ничего не вижу. Если не ошибаюсь, вам дают ровно 500 опыта. Нет, не 500 уровней, хотел сказать, больше 500. О, черт. Уйди, опыт. Отстань. Это закончилось. Да, друзья, то есть имейте в виду, когда вы убиваете этого черта, то у вас, вам дается куча опыта, вам также вроде бы выпадают алмазы, мне не выпали алмазы почему-то, потому что я неудачник, наверное. Ну да ладно, окей, идем дальше, потому что дальше у нас идет клоц. Клоц, это у нас вот такой вот гигантский куб, который ничего не делает. Он вас тоже будет атаковать, но у него даже хитбокс непонятно где. Вы фиг найдете хитбокс, нужно где-то вот сюда бить, вот сюда, именно в угол. И из него выпадает чуть-чуть опыта, и все. То есть это у нас вот такой вот клоц, друзья, клоц. И что это, друзья? Как вы можете это описать? Напишите в комментариях, что вы думаете. Как? Я не понимаю, тут все очень сложно. Окей, дальше у нас идет Ахнунг. Окей, посмотрим. Это у нас вот такой вот гигантский столб, прямоугольник.
похож на Барни, друзья. Вы знаете, кто такой Барни, тот самый динозавр? С зелеными какими-то точками. Что, почему, зачем? У него одна жизнь, вы его убиваете, и если вы сможете убить, где у него хитбокс, вот. Из него ничего не выпадает, чуть-чуть опыта, и все. И все, он спавнится у вас в мире, чтобы вам просто надоесть своим видом. Или вот эта вот фигня, что это такое? Как можно было сделать такой мод? Ну ладно. Дальше у нас есть корова. Необычная, потому что выглядит она вот так. Да. Да. Это корова, друзья. Это корова, у нее 30 жизней. Она живет своей жизнью. У нее все хорошо. Главное, что она враждебная, и она будет вас атаковать, потому что она хочет это сделать. О, да. Да. Если ее убивать, то вам выпадает 2 алмаза и также опыт. Черт возьми. Угу. Дальше у вас идет вот это. Это, друзья, друзья, это свинья. Это свинья мутировавшая, потому что, если вы можете видеть, у нее здесь есть ее лапки. Но, как объяснить вот это и вот это, у меня нет слов. Давайте лучше эту фигню убьем, и все будет хорошо. Ох. Ну и последний мод, друзья, опять какое-то непонятное название. Это у нас просто черный кубик, который ходит и живет своей жизнью. Да, друзья, вот такой вот у нас сегодня был мод, поэтому, если он вам понравился, я не знаю, кому он мог понравиться, если вам понравился просто этот обзор модов, то можете поставить лайк, подписаться на канал, поставить колокольчик и оставить комментарий. С вами был Кейн, и до новых встреч, друзья!